Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех любителей хоккея, этой замечательной игры с шайбой. Матч заключительный ветеранского турнира среди команд 45+, и не только. Матч, в котором встречаются хоккейный клуб «Балтиец», город Калининград, и хоккейный клуб «Тигры», город Москва. Игроки «Балтийца» уже сбегали в острую атаку, но она не увенчалась успехом. Команды я представил. У микрофона Александр Борисов, комментатор, оператор и режиссер трансляции. В атаке игроки «Балтийца». Макаров забрасывает шайбу в ворот, точнее, забрасывает шайбу в зону соперника. Здесь первые на шайбе игроки «Тигров». Будет начинать атаку Дмитрий Рябыкин. Передача. Пролетела шайба все зоны. Подхватывает шайбу Александр Малышев. Разворачивается. Отдает передачу партнеру. Обратный пас. И снова Малышев начинает атаку. Виноградов получает шайбу. Артем. Перехват от Рябыкина. Зашел в зону соперника Дмитрий. Пас на Сергея Шаломая. Но быстрый перехват. Атакуют хоккеисты «Балтийца». Дуров. Передача. До Виноградова не доходит шайба Артему. Иванов. Иванов уходит от оппонента. Его прессингует здесь Максим Галкин. Шаломай подхватывает шайбу. Сергей Шаломай зашел в зону соперника. Шаломай сам будет бросать. Шикарный бросок Шаломай. И шайбу отбивает голкипер хоккейного клуба «Балтиец». А ворота хоккейного клуба «Балтиец», между прочим, сегодня начинает, я так понимаю, Максим Кирилюк, номер 18-й. В атаке «Балтийц». Передача. Федоренков. Пасом не находит партнера. И быстрый перехват. В атаке Петров. Михаил Петров. Хорошая передача. Бросок по воротам. Егор Иванов
Шайбу перехватывает, отдает передачу через борт. Она остается под контролем игроков Тигров. Тигр начинает атаку. Передача. Хорошее оставление. Шайбу сел Соловьев. Соловьев через борт на Даниэля Мамедова. Шлыков прокинет оппонента. Мамедов вместе со Шлыковым против Рязанцева. Рязанцев шайбу отдает партнеру. Передача Петрову. Петров заходит в зону соперника. Петров ищет продолжение. Отдает пас. Бросок поворотом и шайба в объятиях Кирилюка. Фиксирует он ее под своим контролем в этом эпизоде. Бросок Сергея Нестеренко с дальней дистанции не оказывается удачным. И вбрасывание у ворот Кирилюка. Вбрасывание. Выиграли хоккеисты «Балтийца». Передача. Константин Смольченко возвращает шайбу своему партнеру. Пас на Макарова. Макаров бьет по тормозам. Снова передача. Дмитрий Макаров. Оставление партнеру. Залетает в зону соперника. Начинает атаку хоккеисты «Тигров». Семенов. Передача. Бросок по воротам. Но шайба пролетает мимо ворот после броска Александра Рязанцева. Смольченко. Передача. Выбросили шайбу. Игроки «Балтийца» из своей зоны. Шайба у Рязанцева. Он откатывает за свою лицевую линию. Александр Рязанцев шайбой. Снова разворачивается. Под давлением Никиты Козлова он находится. Передача. Пас на Сергея Шаламая. Шаламай отдает пас Петрову. Петров возвращает шайбу обратно Сергею. Хорошая скидка и быстрый перехват. Никита Козлов идет атаковать. Козлов. Здорово, с неудобный бросок по воротам. Но отбивает шайбу Сергей Григорьев. Снова передача от Смоченко. Добавить не получается. Отдает пас партнер Шаламай. Начинает атаку. Пересекает синюю линию. Хорошее оставление на Дмитрия Рябыкина. Рябыкин пытался вернуть шайбу. Шаламая. Ну, шайбу перехватывает Константин Федоренков. Виноградов. Виноградов вылезает на ударную позицию. Быстрый перехват. Хоккеисты Тигров снова атакуют. Иванов пытается оставить шайбу в зоне. Не удается этого сделать. Даниэль Мамедов шайбу подбирает. Начинает атаку. Мамедов. Выходит из зоны. Передача. Аля гибридный пас получился. Но Зубрев шайбу перехватил. Зубрев. Длиннющий пас под синюю линию. Шаламай развернулся. Принял пасом. И бросок по воротам. Начало атаки от хоккеистов «Балтийца». Здорово. Федоренко прокидывает Дмитрия Рябыкина. Идет атаковать Константин. Бросает по воротам. Гол! Константин Федоренко забрасывает шайбу в ворота соперника. Хороший хлесткий бросок получился. Давайте смотреть на повторе. Фото момент. Дальняя девятка. И шайба в воротах Сергея Григорьева. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Вот он, бросок по воротам. И Федоренков открывает счет матча. Атакуют игроки «Тигров». Сел Соловьев пытался прокинуть оппонента. Не удается этого сделать. Соловьев, тем не менее, шайба отдает на партнера. Дальше перевод. Защитник калининградского коллектива пытался скинуть себе оппонента. Забрасывает шайбу через борт. Возвращаясь в свою зону хоккеисты «Тигров». Будут начинать атаку москвичи. Галкин. Длинный пас. Не дойдет шайбу до Нестеренко. Передача. Никулин.
Хороший пас на Шлыкова. Но Шлыков дальше не дотягивается до шайбы. И игроки Тигров будут начинать атаку. Передача. Длинный пас. Заходит в зону соперника Михаил Петров. Петров по тормозам. Нестеренко. Бросок поворотом. Соловьев почистил пятак. Пробросил дальше через борт. Шайба у Рязанцева. Рязанцев. Пас он находит партнера. Снова передача. Нестеренко. Длинный пас на Петрова. Петров. Ай, на паузе. Здорово, Михаил. Передача. Нестеренко бросает. Ближний угол. Отбивает шайбу Кирилюк. Петр Никулин шайбой. Подыграет, но отбирает шайбу у него игроки Тигров. Передача на Петрова. Петров останавливается. Переводом на партнера Максимов. Максимов держит шайбу, но недолго. Снова шайбу перехватывают игроки Тигров. Бросок поворотом. Даниэль Мамедов принимает шайбу на себя. В атаке игроки Балтийца. Бросок поворотом. Всеволод Соловьев бросает. И шайбу фиксирует голкипер Тигров на последнем рубеже. Соловьев бросал. И вратарь Тигров шайбу забирает. Продолжается игра. Рябыкин. Передача. Симаков. Нет. Шайба снова не доходит до Рябыкина. Попадает она в судью. Козлов. Передача на Смольченко. Смольченко поднимает шайбу на защитника. Снова перевод. Козлов. Козлов шайбой. Замнется. Успеет отдать передачу. Козлов за воротами. Пас на Смольченко. Константин возвращает шайбу Никите. Козлов держит шайбу. Скидка на Смольченко. Смольченко. Передача отдает в разрез на партнера, но Александру Малышеву не получается добраться до шайбы. Здесь перехватывают игроки московского коллектива. Рябыкин. Передача. Семенов. Заходит в зону соперника Дмитрий. Ищет партнеров. Семенов. Длинный перевод. Не совсем точно. Симакову шайба остается. Алексей. Ай, пас на Семенова. Бросок поворотом. Снова Алексей Симаков. Спустился за шайбой. Передача. Иванов не сумел ее остановить. Никита Козлов подключился. Козлов прокинуть не получится. Малышев подключился. Рябыкин забросил шайбу в зону соперника. Дмитрий Рябыкин, кстати, друзья, а кто уже подключился к нашей трансляции, таких у нас уже 10. Дмитрий Рябыкин согласился дать нам короткое интервью по впечатлениям о турнире и о городе, в котором он проходит, в городе Светлогорск, курортный город Калининградской области. Обязательно посмотрите в перерыве это интервью Дмитрия Рябыкина. Покажем, собственно говоря, во всей красе. Продолжается игра, атакуют игроки Тигров. Выходит из зоны. Пас на Семенова. Дмитрий понимает, принимает шайбу на синей линии. Передача в касание. Не получается шайбу забросить. Кстати, вот не вижу я в составе Тигров Вадима Краснослободцева. Интересно, а почему он отсутствует? Потому как вижу я бывшего одноклубника Краснослободцева на трибунах. Ну, я так понимаю, что это Александр Васильевич. Ну, посмотрим сейчас. Бросок. Отлично. Отбивает шайбу перед собой голкипер. Шаломай атаковал. Передача. Бросок поворотом. И снова шайба пролетает. Мимо. Возвращается в свою зону 27 номер. Максим Коробов. Передача на Шаломая. Шаломай. А вот как раз Коробов, по всей видимости, им заменил Краснослободцева в звене с Шаломаем и Петровым. Ну, Петровым тем, что Максим. Потому как два Петровых в составе хоккейного клуба «Тигры». Звучит свисток арбитра. И шайба улетает за пределы игровой площадки. Продолжается игра. Бросание выигрывают хоккеисты
Балтийцы будут начинать атаку. Даниэль Мамедов выходит из зоны, проходит среднюю. Мамедов бросает по воротам. Но шайба летит выше ворот Григорьева. Никулин. Никулин. Скидка Шлыкову. Шлыков за лицевой линией отдает Никулину. Никулин. Передача Мамедову. Мамедов бросает по воротам. Шлыков пытался добить, не получилось. Здесь Александр Рязанцев мощно отталкивает Шлыкова с пятака. Соловьев бросает по воротам. Григорьев. Шайба забирает ловушку. И смену делают хоккеисты балтийцы. Игроки Тигров пока что не думают меняться. Вячеслав Ефименко на точке вбрасывания. Выигрывает шайбу у Константина Смольченко. Начинает атаку хоккеисты Тигров. Нестеренко длинную передачу отдает на Петрова. Михаила Петрова роняет на лед Егор Иванов, и звучит свисток арбитра. Да, Егор Иванов будет злостным нарушителем правил. Отправится на скамейку для плохих парней. За задержку соперника клюшка, по всей видимости. Да, все верно. Егор Иванов отправляется на скамейку штрафников. Здесь на Петрове повис, и плюс он здесь зацепил нехило, ну и, соответственно, удаление. Игроки балтийца в меньшинстве. Передача, обратный пас. Шайба у Петрова. Петров отдает передачу. Снова возврат на Петрова. Михаил выцеливает передачу партнера, отдает пас. Шайба у Рязанцева. Рязанцев бросает. Петров добавит. Здорово почищает пятак хоккеисты балтийца. Передача на Максимова. Максимов отдает Петрову. А здесь Константин Смольченко спокойно снимает шайбу с крюка клюшки Михаила Петрова. Рязанцев. Передача снова Петрову. Петров получает шайбу. Откатывает спиной вперед. Отдаст Рязанцеву на синюю. Нет, пока не отдает. Находит партнера с другой стороны. Передача. Бросок Рязанцева. Но здесь попросту не получился предполагаемый бросок Александра Владимировича. Передача на Рязанцева. Тот начинает атаку. Бьет по тормозам. Скидывает себя Никиту Козлова. Длинный перевод. Снова Петров на синей линии. Шайбу ждал. Получает ее. Нет, это не Петров, друзья. Прошу прощения. А это Максим Коробов. Рибыки подает пас. Зубаеву. Шаламай. Бросок поворотом. Гол! Сергей Шаламай открывает счет для своей команды в этом матче. 1-1. Сопротивляются Тигры. И все-таки сумели поразить ворота несравненного Максима Кирилюка. И делает это Сергей Шаламай. Но здесь Сергею повезло, скорее всего. Вряд ли он метил именно туда, куда попал. Здесь скорее фактор везения играет на стороне 11 номера Тигров. Передача. Иванов. Опять пас партнеру. Конечно, шутка. Здесь Сергей Шаламай, воспитанник ангарской школы хоккея, поигравший на приличном уровне. Не думаю, что здесь просто играючи отправляет шайбу в ворот соперника. Семенов. Передача. Хороший пас. Бросок по воротам. И еще одна шайба залетает в ворота. Сергей Зубарев отличается в этом эпизоде. 1-2. Вот так переворачивают ход встречи хоккеисты Тигров. Но я не думаю, что для балтийца это приговор. Нет, конечно, балтийцы еще себя проявят, по всей видимости. Брасуня выигрывает хоккеисты балтийца. Смольченко шайбой.
передача на 33-го номера. Длинный пас. И Дмитрий Макаров спешит за шайбой. Макаров. Классный пас. Бросок поворота в касание. А я говорил, Балтиец будет биться. Атакуют игроки Балтийца. Передача неточная, но сохраняет же под своим контролем. Передача. Малышев бросает в сторону ворот. Шаломай шайбу перехватил. Набирает скорость. Оглядывается Сергей в поисках партнера. Малышев здорово догоняет Сергея и шайбу забирает у него. Передача. Малышев набрал скорость. Александр со входом в чужую зону. Бросок осуществил. Шайбу у Козлова. Козлов шайбой. Передача на Макарова. Бросок с неудобно. И Константин Смольченко на пятаке здесь находит оперативный простор. И не переигрывает по итогу Григорьева. Козлов. Здорово, Козлов держит шайбу. Будет бросать. А не успевает. Передача до Шаломая. Шайба не дойдет. Максим Галкин давал здесь уже на выброс. Судя по всему, под давлением соперников не выдержал. И передача на Виноградова не дошла шайба. Она остается у Максимова. Максимов подает пас Рязанцеву. Но и Рязанцев на ближнем борту не находит Сергея Шаломая. Длинный пас. В атаке Дуров. Николай пресекает синюю линию. Оставление Винограду. Винограду включил ноги. Протянул дальше. Снова передача. Винограду бросает. Федоренков обыгрывает, используя каркас ворот своего оппонента. Попытка отдать передачу на партнера неточная. И шайбу перехватывает Петров. Петров на скорости зашел в зону. Хорошее оставление Нестеренко. Нестеренко. Передача. Петров. Шайбу перехватил снова. Петров. Не самая точная передача. Снова пас. Федоренков не достает до шайбы. Петров теряет. Дуров здорово обыгрывает. Дуров одного, второго. Бросать из-под защитника в ближний угол. Отличный бросок от Николая Дурова. Но успеха он не приносит Балтийцу. Передача. Петров шайбой. Получает ее на синий. Заходит в зону соперника. Развернулся. Петров ищет, ищет продолжение для этой атаки. Отдает передачу, но шайба по итогу выходит из зоны. Вновь игроки Тигров идут в атаку. Рязанцев. Передача снова открывшемуся Петрову на синей линии. Рязанцев. Очередной пас. Петров получает шайбу. Пас, бросок к воротам. И штангу облизывает шайба. Будет начата атака Балтийца. Малышев. Перевод. Никулин. Федор Никулин набирает скорость. Синюю линию пересек. Отдает передачу. Сел Соловьев. Отдает пас. Снова Соловьев шайбой. Соловьев пытается протолкнуть. Ах, не доходит шайба до 33-го номера. Петров вновь шайбу перехватил. Включил ноги. Подкидка шикарная на Дмитрия Рябыхина. И бросок по воротам. Получился неточным. Никулин выбрасывает шайбу. Рябыкин. Будут начинать из-за ворот атаку Дмитрий. Отдает передачу Симакову. Симаков. Пас на Семенова. Дмитрий зашел в зону. Хорошее оставление. Еще одна передача. И гол! Мог ли предположить Дмитрий Семенов, что шайба залетит с такого отскока, непредсказуемого для галкипера Балтийца? Но залетела по итогу шайба. Еще становится 1-3. Видимо, элемент везения для Дмитрия Семенова тоже имел место быть в этом моменте. Продолжается игра. Бросание. Выиграли хоккеисты Тигров. Рябыкин. Передача. Распасовка здесь Зубаревым. Передача. Снова в атаке игроки Тигров. Подъем на Зубарева. Зубарев. Наброс на ворота. Семенов. Семенова обесшайбил Даниэль Мамедов. Через борт на Козлова. Козлов включил ноги. Шайбу получил. Вот здорово. По центру Козлов пойдет атаковать.
Козлов. Проходит дальше. Передача. Иванов бросает поворотом. В штангу попадает шайба. Иванов держит шайбу под своим контролем. Пас на Мамедова. Мамедов на Иванова. Иванов. Подкидка на Козлова. Козлов вытягивается за ворота. Встает за лицевой линией. Козлов разворачивается. Передача. Мамедов. Бросок поворотом. Подставлена клюшка Дмитрия Макарова. Но влетает шайба выше ворот. Передача. Зубарев. Зашел в зону. Длинная передача. Иванов. Нет, Козлов шайбу перехватил. Чуть больше минуты до конца первого периода. Никита Козлов зашел в зону соперника. Бросок не удается. Никите Шаламай. Оставление Петрову. Петров. Петров здорово обыгрывает. Малышева бросает поворотом. Великолепен в этом эпизоде голкипер хоккейного клуба «Балтиец». Передача. Федоренков получает шайбу на дальнем борту. Пройдет дальше. Константин. Федоренков долго выцеливает. Передачу в итоге Иванову находит. Иванов возвращает шайбу Федоренкову. Принять шайбу Константин не сумел. Малышев подключился. Малышев пройдет за шайбой. Да, получает ее. Пас на Иванова. Иванов бросать нельзя. Здесь не совсем удачно получилось бы. Длинный пас. Шаламай шайбу получил. Зашел в зону. Шаламай бросает поворотом и фиксирует шайбу Кирилюк на последнем рубеже вновь. 14 секунд остается до окончания. А точнее 26. Прошу прощения. У нас, видимо, по таймеру что-то у нас неправильно пошло. Ну и, соответственно, мы сейчас поправим наш таймер. Никулин встает на точке вбрасывания. Против него Ефименко. Ефименко выигрывает. Но Никулин навяжет борьбу Шаламая. И вот. Атакует Балтиец. Короткая передача. Никулин бросать можно. Но Никулин ждет на дальней штанге Селода Соловьева. Передача. Бросок поворотом. Отбивает шайбу перед собой Григорьев. Звучит сирена. Заканчивается первый период. 15-минутная пауза на заливку. Совсем скоро вернемся снова на площадку. Друзья, не переключайтесь. Ну и, конечно же, интервью Дмитрия Рябыкина. Не пропустите. Мы его включим как после того, как команда уйдет со льда. Дмитрий Рябыкин, игрок команды «Тигры» из Москвы, согласился дать короткое интервью. Дмитрий, поделитесь впечатлениями о турнире. Хороший турнир, скоротечный, хорошей команды, очень интересно. Вы в первый раз в Светлогорске, поделитесь впечатлениями о нашем городе. Слушайте, очень понравился такой зеленый город, старый, интересная архитектура. Я, если честно, в полном восторге. Ваша команда привезла игроков высокого уровня. Поделитесь впечатлениями от остальных команд. Как вам уровень этих коллективов? Ну, достаточно боевые ребята. Есть, вот мы вчера играли с Мурманском, такие жесткие. И, ну, есть ребята и игровые тоже, поэтому хороший уровень. Ну и последний вопрос. Нами организованы трансляции. Подскажите, кто за вас будет болеть, кто вас поддерживает? Ну, я не знаю, я трансляцию отправил в семью, а там не знаю, кто будет смотреть, не будет. Спасибо огромное. Дмитрий Рябыкин с нами был, спасибо. Спасибо. Удачи в игре. We'll be right back.
Возвращаемся в игру, дорогие друзья. Второй период матча турнира среди любительских коллективов и не только. 45+ и не только. Вот так у нас случилось, что команда «Балтиец» не 45+. Ой-ой-ой-ой, Шаламай здесь нарушает правила на Никите Козлове. Но атака продолжается «Балтийца». Смольченко поднимает на Макарова. Макаров бросает, шайба пролетает мимо. Козлов остановит шайбу. Да, здесь Никите Козлову прилетела клюшкой от Шаламая. Ну, но вроде бы все в порядке с Никитой. И Сергей Шаламай отправится на скамейку штрафников. Да, здесь опасная игра высоко поднятой клюшкой. Безусловно, имело место быть. Продолжаем игру. Бросание выигрывает хоккеисты «Тигров». Рибыкин. Передача на партнера. Скидка назад. Шайба Рязанцев. Рязанцев на Рибыкина. Рибыкин шайбу получил. И выбросить ее из зоны не удалось. Точнее, удалось. Тем не менее, шайба Смольченко. Смольченко. Передача. Бросок поворотом. Добивание не случилось. И снова атакуют игроки «Тигров». Зашли в зону соперника. Хорошее оставление на Рябыкина. Перехватывает шайбу Никита Козлов. Вместе с Макаровым идут атаковать зону соперника. Козлов. Передача Макарова. Бросок поворота. Мы великолепен. Сергей Григорьев. Он отбивает шайбу в ближнем бою. Давайте смотреть на повторе. Вот это да. Григорьев сумел шайбу отразить. С ума сойти. Хороший выход получился у хоккеистов «Балтийца». Ну а теперь продолжается игра. Шайба у Федоренкова. Федоренков отдает пас Иванову. Иванов возвращает шайбу Константину. Константин Федоренков шайбой. Передача. Его Дурову. Дуров на Федоренко пытался сразу скинуть. Не удается. И снова передача. В атаке игроки «Балтийца». Оставление Федоренкову. Будет бросать. Нет, отдал Николая Дурова. Дуров в передаче на Савина Всеволода Соловьева. Но Всеволоду не удается шайбу тут же перевести в ворота. Начинают атаку хоккеисты «Тигров». Передача. Не самая точная. Дуров отдает пас. Бросок по воротам от Артема Виноградова. Шайба летит в ворота, но ее успевает отразить Сергей Григорьев. Соловьев. Передача на Дурова. Шаламай выходит из ворот. Бросок с добивания. Где шайба? Нет, не проходит она. Никак не идет в створ ворот. Передача. Федоренков шайбой. Да, друзья, у нас остаток периодов будет идти в формате грязного игрового времени. Передача. Нестеренко останавливает шайбу. Нестеренко. Передача на Шаламай. Шаламай заходит в зону. Оставление Нестеренко. И передача на дальнюю штангу. Еще один перевод. Хороший пас. Шаламай получает шайбу. Бросает поворотом. Отбивает шайбу Кирилюк. Но Сергей продолжает шайбу контролировать. Вывести из зоны не удается. Шайбу игрокам «Балтийца». Прострел вдоль ворот в поисках клюшки Нестеренко. Нестеренко развернулся за воротами. Ждет подключения от партнеров. Нестеренко шайбой. Передача. Подставляет клюшку Всеволод Соловьев. И шайба улетает к воротам Григорьева. Начало атаки. Семенов. Семенов рискует сейчас Дмитрий, но в итоге выводит шайбу из зоны, видимо, оправдан все-таки этот риск. Семенов зашел в зону соперника, отдаст передачу на партнера.
Симаков. Передача. Шайба у Сева Соловьева. Он переходит в зону соперника. Бросает по воротам. И шайбу парирует перед собой Григорьев. Вновь Соловьев. Передача. Никулин. Рязанцев. Пас на Семенова. Никулин. Получает шайбу Федор Никулин, но положение вне игры фиксируется арбитрами матча. И продолжаем игру. Смену делают оба коллектива. Вбрасывает шайбу судья. Начинается игра с Вольченко. Начинается, продолжает. Свольченко отдает пас Макарову. Макаров развернулся. Дмитрий ищет передачу партнера. Отдает пас. Шайбу Свольченко. Константин шайбой. Аккуратная скидка на Иванова, на Козлова. Козлов включает ноги. Перевод на... Так, это был, по-моему, Макаров. Да, Дмитрий Макаров. Малышев. Передача. Начинают атаку игроки Балтийца. Макаров прокидывает оппонента. Идет атаковать. Зубарев остался не у дел. Бросок. Гол! Отправляет шайбу в ворот соперника. Хоккеисты Балтийца. 33-й номер отличился. Давайте смотреть повтор. Хороший момент. И шайба залетает в домик. Между щитков голкипером хоккейного клуба из Москвы. Ну что ж, 2-3. Ну вот, если рассматривать два этих коллектива, то они оба не совсем вписываются в регламент турнира. Первые не вписываются в возрастной критерий 18+. Это речь о Балтийце. Точнее, не 18+, а 45+. А второй коллектив не вписывается в статус любителей. Потому, как мы знаем, в составе команды из Москвы очень много бывших профессионалов. А как известно, профессионалы в хоккее бывшими не бывают. Они продолжают свою хоккейную деятельность, но уже... не на столь высоком уровне. Тем не менее, здесь уровень игры самих игроков остается очень высоким. Шайба Нестеренко. Передача. Вот и пас. Петров. Михаил Петров. Переводом находит Нестеренко. Нестеренко получает шайбу на борту. Галкин. Передача на Нестеренко. Скидка. Нестеренко поднимает на Галкина. Галкин отдает пас. Бросок по воротам. Нет, здесь поставить клюшку Нестеренко удается, но лишь отчасти шайба пролетает. В итоге мимо. Григорьев останавливает шайбу, оставляет ее Максиму Галкину. Галкин будет начинать атаку. Длиннющая передача до Симакова на синей линии. Шайба не дошла. Иванов. Игорь Иванов делает длинный пас на Никулина. Никулин врывается в зону соперника. Никулин пытается здесь сохранить шайбу. И удается это сделать Федору. Пас Малышеву. Малышеву прессингует Семенов. И шайбу выводит из зоны Дмитрий. В итоге она под контролем Малышева. Малышев. Длинная передача на Никулина. Никулин коньком шайбу принимает. Развернулся. Никулин. Отдаст Малышеву на ход, но Малышев отскок ждет от борта, но он непредсказуемым оказался для Александра. Тем не менее, Малышев, ой, здорово, Никулин поборолся, передача на еще бросок. Отличный момент, это Никулин бросал с разворота. Снова шайбой бросок, гол, Всеволод Соловьев забрасывает шайбу. Вот это да, вот это было красиво, друзья. Всеволод Соловьев отправил шайбу в ворот соперника.
девятину. Отправил ее, что позволило сравнять счет игрокам «Балтийца». Продолжается игра. Бросание. Выигрывают хоккеисты московского коллектива. Рязанцев отдал передачу. Я думаю, что должно раззадорить это игроков «Тигров», безусловно. Атакуют «Тигры». Передача. Бросок по воротам. Нет, шайба пролетает. Под контролем Рязанцева. Рязанцев отдает пас. Бросок с дальней дистанции. Рязанцев оставил шайбу в зоне соперника. Нет, здесь надо выйти из зоны. Свободный выход у игроков «Балтийца». Передача. Козлов шайбу получил. Козлов развернулся. Шаламай. Передача. Здорово. Бросок воротам. Ничего себе. Вот это красотища. Находит здесь счастье у чужих ворот 16 номер Максим Петров. Давайте смотреть на повторе. Петров здесь вроде бы не так много у него было игрового простора для того, чтобы бросить по воротам, но по полной использовал свой момент Петров в этом эпизоде и отправил шайбу точно в цель. Продолжается игра. Бросание. Зубарев. Передача на Петрова. Петров оставляет Нестеренко. Нестеренко заходит в зону соперника. Нестеренко бьет по тормозам. Передача. Бросок по воротам. Сильнейший от хоккеиста «Тигров» Дмитрия Рябыкина. Сейчас летит мимо. Нестеренко. Передача на Петрова. Петрова возвращает шайбу обратно. Нестеренко. Нестеренко на Рябыкина. Рябыкин от синей линии бросать не стал. Отдает Зубареву. Зубарев бросает по воротам и останавливает шайбу. Голкипер хоккейного клуба «Балтийц». Продолжается игра. Бросание. Выиграли хоккеисты «Тигров». Передача. Зубарев получил шайбу. Пас на Рябыкина. Рябыкин бросает. Перехватывает шайбу «Балтийцы». Хорошая подкидка на Федоренкова. Федоренкова встречает два хоккеиста «Тигров». Но одному сложно справиться с Константином, это безусловно. Начинают атаку игроки «Балтийца». Набирает скорость, передача. Федоренко получает шайбу. Заходит в зону, бросает по воротам. Хлестка. И дальше уже идет на добивание Константин. Передача на пятак. Рябыкин. Спокойно будет Дмитрий действовать. Передача, потеря. Соловьевский к Федоренко. Федоренко за воротами. Передача. Подставлена клюшка. Снова шайба у Константина Федоренко. Он поднимает на Малышева. На синей линии Александр. И выводит шайбу из зоны. Александр Малышев в этом эпизоде. Вбрасывание будет в средней зоне у синей линии хоккейного клуба «Тигры», город Москва. Вбрасывание остается за игроками «Тигров». Передача. Хороший пас. Зашли в зону. Перевод. Симаков оставляет шайбу. Бросок по воротам. Передача. Галкин. Длинную диагональ делает на партнера. Бросок. И добить шайбу Симакову не удается. А ворот соперника. Еще один перевод. А вот Симаков касание уже бросает. Добивание. Кирилюк отбивает шайбу. Все, вот Соловьев ее выводит из зоны через борт. Галкин. Передача. Зашли в зону игроки хоккейного клуба «Тигры». Подъем на Галкина. От синей линии Галкин. Передача Королеву. Королев. Ай, красота какая! Королев бросает шайбу в сторону Максима Коробова. Коробов поставить клюшку сумел. Николин не дотянется до шайбы. Через борт его выбрасывают хоккеисты «Тигров». Но неудивительно, что шайба доходит аж до зоны «Балтийца». Николин не дотянется до шайбы. Пойдет бороться с Рязанцевым.
Александр притормаживает за воротами. Пас длинный, хороший пас получился на Максима Коробова. Коробов, передача, Шаламай бросает в касание. Здорово Кирилюк отбивает. Передача. Коробов. Коробов поднимает на Шаламая. Шаламай скатился от синей, бросает по воротам. Пролетает шайба мимо. Козлов с разворота на Соловьева. Соловьев врывается в зону соперника. Соловьев корпус поставил, но роняет на лед его 23-й номер Максимов. Перехват шайбы. Атакует Петров. Бьет по тормозам. Теряет шайбу снова. Козлов шайбу подобрал. Идет в зону соперника Никита. Подкидка на Смоченко. Но не хватает оперативного пространства Смоченко для того, чтобы отправить шайбу в ворота. Продолжается игра. Козлов шайбой. Макаров. Пас на Козлова. Козлов отдает обратно Дмитрию. Макаров поднимает шайбу на синюю линию. Бросок по воротам. Козлов стал за воротами. Поднять на лакросс не сумел. Снова защитник балтийца шайбы. Бросок по воротам. В Рязанцева шайба попадает. Шаламай, скидка на Рязанцева. Рязанцев отдает обратно Сергею. Тот врывается в зону соперника. Передача. Рязанцев шайбой. Александр, пас Сергея Шаламая. Шаламай шайбой. Перевод. Иванов с пасом на Козлова. Транзитом через Смоченко. Козлов шайбой. Разворачивается. Никита будет начинать атаку снова. Никита Козлов пересекает синюю линию. Ай, скидка на Виноградова не прошла. И Шаламай шайбу перехватил. Нет, не стал давать. Неудобно. И там подключался Петров. Дуров. Передача на Малышева. Малышев разворачивается. Отдал пас. Начинает атаку хоккеисты Тигров. Заброс шайбы в зону соперника. Нет, пройти дальше не получится. Длинный пас. И Симаков подбирает шайбу на синей линии. Заходит в зону. Бросок не удается у Алексея. Даниэль Мамедов. Передача. Виноградов. Оставление Федоренко. Федоренко на скорости. Врывается в зону соперника. Снова Виноградов шайбой. Поддержит ее. Нет, перехватывает Нестеренко. Нестеренко. Передача на Петрова. Петров возвращает шайбу обратно Сергею. Нестеренко. Передача. Дмитрий Рябыкин шайбой. Хороший перевод. Симаков. Симаков на тормозах. Нет, здесь Петрова выводит из зоны вместе с шайбой Кирилл, Николай Дуров. Петров. Длинный пас. Нестеренко. Получает шайбу Сергей. Разворачивается в зону соперника. Заходит Сергей Нестеренко. Передача. Поставить клюшку не удается Петрову. 3 минуты остается до окончания второго периода. Атакуют игроки калининградского коллектива. Зашли в зону. Бросок по воротам от Никулина. Петров шайбой. Отдает передачу Максим нам Зубарева. Зубарев бросает. Подставить клюшку успевает Иванов. И шайба улетает далеко за пределы игровой площадки. Продолжаем игру. Вбрасывание у ворот Гаврилюка. Точнее, у ворот Кирилюка. Выиграли вбрасывание хоккеисты Балтийца. Малышев. Малышева. Прессингуют здесь игроки Тигров, но шайбу подбирают партнеры. Козлов. Длинный пас на Соловьева. Соловьев получает шайбу. Под прессингом Максима Галкина находится Севла. Тем не менее, скидывает шайбу. Неточно и быстрый перехват от игроков Тигров. Идут в зону соперника Тигры. Зашли. Пройдут дальше. Передача. Козлов шайбой. Коробов. Отдает Галкину. Галкин возвращает обратно. Коробов получает шайбу. И попытка отдать точный перевод на Вячеслава Ефименко.
не увенчалась успехом. И снова Всеволод Соловьев шайбой. Козлов бросает. Успевает Семенов подставить клюшку. Соловьев. Бросок в сторону ворот соперника. Галкин подыгрывает коньком. Максим с неудобной попыткой передачи. Никулин ее останавливает. И Соловьев в средней зоне уже шайба достается. Коробов. Передача. Обратный пас. Галкин. Скидка на Коробова. Коробов набирает скорость. Проходит в среднюю зону. Коробов. Ну, бросать нет. Долго выцеливает. В итоге не бросает. Малышев. Малышев отдает передачу партнерам. Далее атакуют снова хоккеисты калининградской команды. Бросок Никулина. Хлестко сильно. Но шайбу отбивает голкипер хоккейного клуба «Тигры» Сергей Григорьев. Передача. Шаламай набирает скорость. Вот он. Один из самых основных форвардов своей команды. Бросок поворотом. Здорово отдает передачу Сергей Шаламай на партнера. Перевод. Петров. Пас на синюю линию. Бросок поворотом. Кирилюк шайбу забрал снова под свой контроль. 10 секунд остается до конца второго периода. Время грязное и, по всей видимости, так и закончится второй период. 3-4. Минимальное преимущество москвичей над соперниками. Заканчивается время второго периода. Уходим на перерыв. Ну и кто не успел посмотреть наше интервью с Дмитрием Рябыкиным, милости просим. Дмитрий Рябыкин, игрок команды «Тигры» из Москвы, согласился дать короткое интервью. Дмитрий, поделитесь впечатлениями о турнире. Хороший турнир, скоротечный, хорошей команды, очень интересно. Вы в первый раз в Светлогорске, поделитесь впечатлениями о нашем городе. Слушайте, очень понравился такой зеленый город, старый, интересная архитектура. Я, если честно, в полном восторге. Ваша команда привезла игроков высокого уровня. Поделитесь впечатлениями от остальных команд. Как вам уровень этих коллективов? Ну, достаточно боевые ребята. Есть, вот мы вчера играли с Мурманском, такие жесткие. И, ну, есть ребята и игровые тоже, поэтому... Хороший уровень. Ну и последний вопрос. Нами организованы трансляции. Подскажите, кто за вас будет болеть, кто вас поддерживает? Ну, я не знаю. Я трансляцию отправил в семью, а там не знаю, кто будет смотреть, не будет. Спасибо огромное. Дмитрий Рябыкин с нами был. Спасибо. Удачи в игре. Ну что, друзья, возвращаемся на площадку. Команда уже готова к третьему периоду. И у нас тоже готово все. Напишите ваши комментарии, нас 13 зрителей на нашей виртуальной трибуне. Поддержите команды своими словами, словами поддержки. За кого болеете, может быть, кого-то персонально поддерживаете в этой встрече. Напишите, будут рады, я думаю, что все хоккеисты. Передача Шлыков, оставление Макарову. Макаров пройти дальше не удается. У нас, знаете... У Балтиса тоже не без хоккейных фамилий. На секундочку. А с Дмитрий Макаров присутствует. Передача. Перехватывает шайбу хоккеисты Балтийца. Врывается в зону соперника. Хороший выход. Бросок. Гол! И дубль 33-го номера Балтийца позволяет сравнять счет в этом поединке. 4-4. Ну что, здесь... Все еще непонятно, как закончится этот матч, потому как хоккеисты Балтийца сравнивают счет в матче. Четыре-четыре, идем дальше. Бросание выигрывает Балтийцы. Ну, на это на эйфории заброшенной шайбы. Сравнение счета. Хоккеисты балтийского коллектива, конечно же, весьма и весьма сейчас могут прибавить в движение. Тем более, команда чуть помоложе. Может быть, опыта не так много, как у «Тигров». Иванов. Передача Федоренкову. Федоренков кому отдавал передачу? Константин. Ну,
неважно. А в любом случае шайба остается под контролем хоккеистов балтийского коллектива, несмотря на то, что она в их зоне. Передача Дуров здорово заходит в зону соперника. Положение вне игры фиксируется арбитрами встречи. И Константин Федоренков, по всей видимости, оказался чуть раньше Николая Дурова в зоне соперника. Малышев пытался начать атаку. Нет, это Иванов начинал длинным пасом под чужую синюю. Продолжается игра. Вбрасывание выигрывают хоккеисты Балтийца. Передача. Козлов. Козлов на паузе. Ошибает. Шаломай. Шайбу перехватывает. Бросает. Ой! Вот это красотища. Сергей Шаломай. Великолепный гол. Забрасывает ворот соперников. Да вы гляньте. Девятина здесь не сумел среагировать Кирилюк. Шайба залетает в девятку. Шаломай перехватывает, воспользовался ошибкой Никиты Козлова и поражает ворот соперника. Красиво. Ничего не скажешь. 4-5. Снова возвращают себе преимущество игроки московского коллектива. Передача. Никулин вставляет шайбу. Заходит в зону соперника игрок Балтийца. Передача неудобная. Шайба у Рязанцева. Рязанцев, длинный пас, но не дошла шайба. Начинает атаку Кирилюк. Пасом по чужую синюю линию, но здесь нет никого, кто может поддержать эту атаку. Рязанцев. Длинный пас отдает партнеру. Ну и шайбу перехватывает снова хоккеисты Балтийца. Бросок Никиты Козлова. В атаке вновь игроки Тигров. Бросок по воротам, Кирилюк отбивает. Шаломай. Шаломай. Передача. Симаков здесь пытался добить. Перевод на Шаломая от Рязанцева. Снова Шаломай. Рязанцев получает на синий. Ну что, будет этот бросок? Бросок и есть. Шаломай подставляет клюшку, но Кирилюк на месте. Игроки Балтийца выводят шайбу из зоны. Прессинг Никулин пытается организовать Максимову. Но в итоге игроки Тигров ошибаются с передачи. Александр Малышев спускается за шайбой. Малышев будет начинать атаку. Через борт отдает на Козлова. Козлов в средней зоне шайбу принял. Аккуратное оставление на Смольченко. Смольченко прокинул под клюшкой Дмитрия Рябыкина. Но, тем не менее, шайба у Зубарева. Зубарев отлично заходит в зону соперника. Зубарев! Бросок по воротам в ближнюю 9. Но шайба пролетает мимо. Смольченко навязывает борьбу. Пас на Козлова. Козлов с шайбой. Переводом на Мамедова. Даниэль отдает пас. Иванов. Иванов на паузе. Пас на Мамедова. Тот набирает скорость. На паузе обыгрывает оппонента. Еще одного. Уходит от Рябыкина. Смольченко отдает пас Мамедову. Мамедов. Передача. Кому? Иванову. Нет. Шайба у Макарова. Макаров бросает. Смольченко пытался подставить клюшку, но Рябыкин успевает перехватить каучуковый снаряд. Рябыкин под давлением. Здесь находился Смольченко. Передача. Нестеренко. Идет в зону соперника Сергей. Пересек синюю. Пас на Петрова. Того, что Максим. Еще один бросок. Выбросили шайбу из зоны. Хоккеисты Балтийцы идут на смену. Дмитрий Рябыкин с шайбой будет начинать атаку. Рябыкин откатывает за лицевую, притормаживает за воротами. Длиннющий пас на партнера, но до Петрова шайба не дошла. Хороший момент. Петров получает шайбу, низом ее пытался отправить. Коньки подставляет Николай Дуров и блокирует этот бросок. Снова передача. Нет, шайба вылетает из зоны. Вернуться надо. Виноградов прессингует. Отлично, Григорьев. На выходе играет клюшкой. Передача. В атаке Балтийцы. Бросок низом. Хороший хлесткий бросок от 33-го номера. Здесь едва уже и хэт-трик не оформил. Но нет, здесь не повезло немного. Шайба у Александра Малышева. Малышев скидывает. Атакует Балтийц. Зашли в зону. Пас Федоренкова. Федоренков. Передача сразу же на синей линии, но Малышев за этим каучуковым диском не успевает.
звучит свисток арбитра, и это удаление, по всей видимости. Да. Дмитрий Семенов отправляется на скамейку штрафников за подножку. А вот по правилам ночной хоккейной лиги большинство будет играться в чистом формате времени. Продолжается игра. Выбросили шайбу из своей зоны хоккеисты Игров. В атаке Шаламай. Заходит в зону соперника. Сергей идет по тормозам. Передача. Рязанцев. Длинный пас на Петрова. Шайба пролетает мимо. Теперь же Даниэль Мамедов шайбой. Перевод на Егора Иванова. Иванов на сел Соловьева. Соловьев. Пас не очень точный, но Соловьев задержится в средней зоне. Ненадолго. Петров шайбу перехватил. Петров идет атаковать. Разворачивается. Петров. Передача на партнера. Снова пас. Шаломай шайбой. Поднимает на синюю. Но здесь Рязанцев не успевает закрыть зону. И Александр Владимирович спускается в свою зону. Аккуратной подкидкой на Петрова. Петров коньком пытался шайбу сразу переправить на Шаломая. Но Сергей здесь не понял маневр своего партнера. Передача. Иванов. Такое ощущение, как будто бы подтягивают минуты собственного большинства хоккеисты Балтийца. Потому как у них пока что никак не получается начать атаку и зайти в позиционную атаку в зону соперника. Выброшена шайба. Выходит из ворот Кирилюк. Будет играть клюшкой. Передача Никулину. Никулин отдает пас Соловьеву. Соловьев зашел в зону соперника. Снова передача. Рябыкин шайбой. Рябыкин. Длинный пас. Симаков шайбу подхватил. Алексей будет бросать. Сам бросает. Кирилюк на месте. Соловьев. 6 секунд до выхода пятого полевого в составе «Тигров». Ну и вот, пожалуйста, Дмитрий Семенов уже готов выйти со скамейки штрафников. Передача. Шайба у Смольченко. Константин. Обыграть опытнейшего Дмитрия Рябыкина не удается. Передача. В атаке Балтиец. Скидка на Смольченко. Смольченко отдает тут же перевод. Соловьев шайбой. Перевод. Пас на 33 номера. Смольченко на Соловьева. Соловьев от синий бросает поворотом. Смольченко добавит. И Макаров тут же пытается забросить. Нет, не получается перевести шайбу в ворот соперника. Коробов. Длинный пас на Симакова. Алексей передачу отдать не успеет. Коробов снова шайбу подхватил. Оставление. Петров на Коробова. Коробов подбирает шайбу. И роняет его на лед Александр Малышев. И Малышев получит удаление двухминутное в этом эпизоде. Да, Анастасия С. пишет: Зубарев, ты лучший, тигры огонь. Вот так. А у нас пока тигры сейчас имеют возможность поиграть в большинстве. Ну и насколько я знаю, это, по-моему, первое большинство тигров в этой встрече. Что ж, посмотрим, что удастся сделать игрокам московской команды, имея численный перевес. Виноградов. Ах, Артем теряет шайбу. Петров его опередил. Передача. Нестеренко получает шайбу. Сергей заходит в зону соперника. Нестеренко бьет по тормозам в угол площадки. Ищет партнеров. Передача. Обратный пас. Снова Нестеренко. Шайбу получил. Лежит на льду игрок Тигров. И это еще одно удаление будет, друзья, по всей видимости. Да, Вячеслав Ефименко пострадал в этом противостоянии с игроком Балтийца. Втроем остается Балтийц, друзья.
Давайте посмотрим, где-то здесь на Ефименко нарушили правила. Да, вот подтолкнул его Егор Иванов. И Ефименко, ну, остался на льду. Так, Даниэль Мамедов решит вопрос, считая так, Амир Мамадыкубов. Преданный болельщик Даниэля Мамедова. Ну, посмотрим, насколько Даниэль может решить вопрос. Действительно, бросок поворотом. Вот формат 5 на 3, как говорят профессиональные хоккеисты, должны реализовывать закрытыми глазами. Ну, посмотрим, насколько профессиональными являются игроки «Тигров». Бросок поворотом, добивание. Нет, на пятаке, здорово. Соловьев действует. Пас на Смольченко. Смольченко на паузе, будто притормаживает темп игры. Смольченко выбросит шайбу из зоны. Не удается. Передача Шаламая. Шаламай за воротами. Скидка на Петрова. Петров поднимает на Максима Галкина. Галкин отдает Рязанцеву. Рязанцев бросает поворотом. Подставляет клюшком Ефименко. И шайба улетает за пределы игровой площадки. Еще 38 секунд играть «Тиграм» в большинстве против троих соперников. Продолжается игра. Шайба у Рязанцева. Рязанцев отдает пас. Снова Рязанцев получает обратный перевод. Далее Шаламай. Шаламай на паузе. На Петрова. Михаил Петров возвращает шайбу снова Сергею Шаламаю. Тот бросает поворотом. И где шайба? Шайба у Кирилюка. Накрывает он ее на последнем рубеже вновь. И не дает пробить себя Сергея Шаламая в ближнем... Да, в ближний угол бросает Шаламай. Но Кирилюк на месте. Продолжается игра в Рассоне. Остается за игроками Балтийца. Выбросить шайбу из зоны удается каким-то калининградского коллектива. 6 секунд остается до выхода четвертого полевого в составе хоккейного клуба «Балтийц». Шаламай здорово включил ноги. Шаламай притормозил. Козлов на паузе. Красиво. Передача. Малышев, вышедший со скамейки штрафников, идет в атаку. Александр показал обманным движением. Но здесь уже Рязанцев шайбу остановил. Рязанцев пас на Шаламая. Шаламай отдает Петрову. Петров пересекает синюю линию. Петров отлично выходит. Шаламай перехватывает шайбу. Не удается игрокам, бывшим игрокам, профессионалам реализовать численное преимущество 5 на 3. И остаются вопросики к их профессионализму и мастерству. Передача. Козлов. Попытка отдать пас. Ну, это, конечно, шутки, друзья. Я думаю, что команда «Тигры» при желание может за два десятка забросить шайб, если слишком сильно захотят. Но пока оставляют надежду игрокам «Балтийца» и преданным болельщикам калининградского коллектива на то, что все-таки сумеют они побороться. А, кстати, между прочим, друзья, у нас в воротах хоккейного клуба из Москвы играет Михаил Финагин. И это может поставить крест на заброшенных шайбах игрокам «Балтийца». Хотя, кто знает, посмотрим, что в дальнейшем удастся. Игрокам «Балтийского клуба». Передача. Заброс шайбу в зону соперника. Досмольченко шайбу не дойдет. Зубарев ее перехватывает. Забрасывает шайбу в глубину зоны. Шайба у Семенова. Семенов по тормозам. Передача в касание. Симаков. Алексей не сумел шайбу подправить. Снова Семенов. Дмитрий теряет. Малышев навязывает ему борьбу. Малышев. Но побыстрее надо избавляться от шайбы Александру. В итоге отдает на Шлыкова. Шлыков долго ждет прием передачи. Зубарев не успевает перехватить. Малышев начинает атаку. Проходит Дмитрия Семенова. Развернулся. Передача на Смольченко. Смольченко отдает Малышеву. И как же так? Дмитрий Макаров не сумел
Шайба забросит ворот соперника. Какой опасный момент получился у Дмитрия. И как здорово отдал ему пас Александр Малышев. Малышев на Макарова. Макаров принимает средний. Заходит в зону соперника. Макаров на паузе. Обыгрывает оппонента. Далее Малышев подключился. Но шайбу снова под контролем игроков Тигров. Нестеренко. Зашел в зону соперника Сергей. Передача. Дальний пас на Коробова. Коробов развернулся. Коробов по-прежнему шайбой под давлением Мамедова. Дуров. Дуров на Виноградова не отдаст. Но Балтицы все же подбирает шайбу. Хороший выход. Неудобный бросок по воротам. Нестеренко. Петров не дотянется до шайбы. Мамедов в среднюю зону через борт. Ефименко шайбой. Передача. Максим Галкин пытался начать атаку своей команды. Виноградов. Ну нет, Виноградов здесь свяжать шнурки Королева не сумел. Петров шайбой. Петров зашел в зону. Но его обешайбил Егор Иванов. Передача на партнера. Дуров начнет атаку. Дуров. Оставление. Неплохо. В атаке игроки Тигров. Передача. Рязанцев. Рязанцев. Пас Петрову. Шайбу Мамедова. Мамедов. Аккуратный пас на Иванова. Иванов начнет атаку. Длинная передача. Здорово. Ефименко на Петрова. Петров на Шаломая. Шаломай красиво бросает по воротам. Успевает переместиться Кирилюк. Шайбу Федоренкова. Федоренков на Иванова. Иванов начнет атаку. Пойдет дальше. Иванов, да, дает Дурову. Дуров проходит в глубину зоны. И Петров шайбу у него забирает. Вновь передача. Ай, вылез шайбу из зоны хоккеисты Тигров. Всего лишь одна шайба разделяет цифры на табло до паритетных значений. Но сейчас Петров атакует. Бросок. Кирилюк здорово отбивает шайбу. Оставление. В атаке Малышев. А счет-то на самом деле, друзья, скользкий достаточно. И 3 минуты еще играть командам. Сейчас забросят хоккеисты Балтицам какую-нибудь стальную шайбу. И пиши пропало. Игроки Тигров не сумеют выиграть этот турнир. Хотя нет, эти игры все равно останутся первыми. Они выиграли все свои встречи абсолютно. Кроме пока что последней. Ну, последнюю встречу они тоже пока что выигрывают. Давайте не будем об этом забывать. Продолжается игра. Никулин начинает атаку. Никулин прошел дальше. Здорово, скидка на Козлова. Козлов отдает Селу Соловьеву. Соловьев, надо бросать дальнюю девятку. А вот не зря, наверное, Тигры выпустили Михаила Финагина. Не ожидали они такой прыти от Балтийца. По всей видимости, что Балтийц действительно окажет им реальную конкуренцию. Поэтому выпустили Финагина, который, наверное, все-таки может оставить свои ворота на замке в третьем периоде. Мамедов. Передача. Снова пас, но он неточный. Ну и меньше 2 минут остается до конца третьего периода. Рябыкин. Передача Зубареву. Зубарев. Отдает пас. Рябыкин. Длинная передача. Симаков. Оставление Шаломая. Шаломая пройти дальше не получилось. Никулин против Рябыкина. Прессингует его Федор Никулин. Но Рябыкин успевает избавиться от шайбы. Передача. Ефименко. Зашел в зону. Ефименко. Передача на партнера. Нет, не Ефименко, это Нестеренко был. Сергей, да, все верно. Ай, передача на Никулина не прошла. Минута. 10 остается до окончания третьего периода. Шайба Петров. Заброс шайбы. Гибридный пас. И шайба под контролем Королева. Королев, передача. Вдоль линии ворот шайба пролетела. Меньше минуты остается до конца третьего периода, друзья.
Шайбу Мамедова. Мамедов. Длинный пас. Макарову. И вот он выход. Макарова. Бросок. Это гол! Вот так-то, друзья! Дмитрий Макаров все-таки добивается своего и забрасывает шайбу в ворота соперника. В девятину поражает ворота Михаила Финагина. Вот так-то, друзья, и счет становится 5-5. Всего лишь 46 секунд остается на спасение хоккеистов московской команды. Да, кто мог подумать, но молодежь Балтийца навязала не просто борьбу. Игрокам более опытного состава передача. Ну что, будут торопиться игроки «Тигров» забросить шайбу. Зашли в зону соперника. Оставление неточное. Галкин шайбой. Галкин, передача. Петров. Перевод, бросок. Передача, бросок, забивание, гол! Ну что, окончательную точку вполне вероятно поставил Сергей Шаломай. Но в этом противостоянии закопал, что называется, шайбу под чужими воротами. С добивания отправляет шайбу воротам. Да, 46 секунд, друзья, это достаточно большое количество времени для профессионалов. Ну и самое время взять тайм-аут. Да, все верно. Берут тайм-аут хоккеисты Балтийца. У них 23 секунды. Ну что ж, посмотрим, смогут ли балтийцы за это время так. Мамедов решил, на кого он отдал пас, на Шаломая? Нет, наверное, на Дмитрия Макарова. Ну что ж, 23 секунды, друзья, до конца третьего периода. Вбрасывание в центральном круге. А будет ли у нас пустые ворота? Пока что пятый полевой, точнее шестой полевой, не вышел. В атаке игроки Балтийца. Передача. Ефименко. Заброс шайбы. И вот парень, который должен решить, по мнению Амира Мамадыкулова. Отдает пас. Зашел в зону соперника Виноградов. Забрасывает шайбу в зону соперника Шаломай. Заканчивается время третьего периода. Все, друзья. Хоккейный клуб «Тигры» сенсационно выигрывает эту встречу. И выигрывает турнир среди любительских команд 45+. Поздравляем Сергея Шаломая, капитана, и его команду. Огромное спасибо, друзья, всем, кто посмотрел эту трансляцию, посмотрел все игры турнира. С вами был я, меня зовут Александр Борисов, комментатор, оператор и режиссер трансляции. Вырывают победу, так сказать, отскочили хоккеисты «Тигров». Ну да ладно, повезло. Выигрывают встречу, выигрывают турнир. Спасибо большое всем, кто смотрел эту трансляцию. Увидимся на хоккее, друзья. Всем пока. You